Город не стоит на месте, идет развитие, строятся микрорайоны. И вот что я бы хотела взять себе на заметку, кого для астраханцев, конечно, да. Для нас проблема – это ветхое аварийное жилье. И я посмотрела, какие у вас комплексные застройки территории идут. Массовые застройки, но по 200 гектар земли застраивается, конечно, это дорогого стоит. Я рада за жителей города Чебоксары, что в таком маленьком городе живут, и за власть, которая работает на благо населения.